А вот и мы снова. И снова здравствуйте. Друзья, ну что, вашему вниманию «Неубиваемая квартира 2». Все в плитке, один и тот же заказчик. Работы проделывается колоссально много. Почему такое решение, не спрашивайте, я не знаю. Объяснение этому 100% какое-то есть, но я о нем просто не знаю. Да и особо как бы неинтересно, потому что мы делаем пожелания заказчиков. Это однозначно. Допустим, вот это выходы для телевизора. Высота их, ну, если мой рост 1,80 м, порядка 2 метров. Опять, почему такая высота, я не знаю. Я пытался убедить, я пытался объяснить, что их надо сделать хотя бы вот здесь, но насколько получились, вот, настолько получились, я не знаю. Вот, может это связано с креплением, может это связано еще с какими-то, может кто-то любит смотреть под потолок телевизор, всяко может быть, поэтому я не знаю причин, я не знаю объяснений, да мне в принципе это не важно. Античная мебель, да, а знаете почему античная? Потому что когда я пришел как-то в магазин и говорю, мне нужна старая бронза. Он говорит, какая старая? Говорит, я вас умоляю. Он говорит, античная. Все. Понял? И с тех пор, у нас стало все античное. Потому что это даже звучит по-другому. Да? Так, плавно переходим в кухню или в коридор? В кухню. Давай в кухню. Опа. Тихо подошел, всунул и пошел. Засмотрелся за игрой цветов в подлетке. А, ну да. Почему нет? Здесь же, ну, дизайнеры это наши заказчики. То есть, ну, а почему нет? Вот, ну, в принципе. Да, ну, это мы называем ее квартиру так, неубиваемая 2, там, да, потому что, ну, реально она неубиваемая. Второе название есть. Да, какое? Какое второе название? Не знаю, почему мы так сделали. Ну, это просто это полет фантазии. Ни больше, ни меньше. Да. В общем, зона обеденная там, где нужна. Да, 100%. На кухне. Да, Сер? Ну, друзья, да, здесь игра плитки. Опять же, с чем это связано, я не знаю. Но оттенки здесь немножко разные. Мы просто, да, мы просто больше шутим, да, чем... Я не знаю. Да. Мы здесь, конечно, долго мучились. Долго мучились. Но сейчас зато, когда ходишь уже в практически готовой квартире, шикарно, шикарно. Сейчас вид шикарный. Вид вообще изумительный, да. Но 747-ю еще никто не переплюнул. Там вид и на море, и на город, и с одного балкона можно там просто... Ну, друзья, да, работы, конечно же, много. Смотрите, мы, в принципе, если вот, допустим, клеить обои и класть плитку, конечно же, эта разница в цене очень серьезная. Здесь сейчас вообще не до смеха, потому что на стены класть плитку — это удовольствие дорогое. Даже если взять с декоративкой, это даже можно сравнить с декоративкой, реально, потому что стоимость такой плитки 1000 рублей за квадрат, а если, ну, на стены, а если, например, делать обои, то это 200 рублей плюс, ну, шпаклевка, это получается, ну, еще 200 рублей, 400, то есть 400 рублей и 1000 рублей, разница, конечно, в 600 рублей, это ого-го, вот, поэтому сами подумайте, сколько будет стоить такой ремонт, я думаю, и вы сами как бы
поймете тенденцию удорожания. То есть, если декоративка, она обычно, ну, где-то рублей 800 стоит. То есть, и опять получается, мы даже в премиум-классе, когда мы делаем декоративку, она все равно не сравнится даже с плиткой. Поэтому здесь, конечно, идет, ну, очень серьезный перерасход финансовый. Вот. Но за счет двух квартир мы хотели сделать скидку заказчику, но когда он молодец, все-таки надо отдать должное, когда он сказал, что обе квартиры будут в плитке, тут я говорю, скидку не дам, и все. И мы так, ну, по крайней мере, с пониманием отнеслись к этому всему. И слава богу, мы как-то обоюдно решили, что, ну, все будет хорошо. Так что, друзья, любые ваши пожелания, они обсуждаются. Я озвучиваю, сколько они стоят. И, соответственно, в чем удорожание. Ну, к примеру, если сейчас ремонт там 19 тысяч, да, ну, добавить надо 1000 рублей на квадрат, и, в принципе, вот и вся наша экономия. То есть, если на той квартире я хотел бы сделать скидку, то есть на второй квартире 18 тысяч, да, то мы просто остались обе по 19 и все. То есть, и на этом мы как бы остановились, и больше, ну, нет смысла дальше разговаривать на эту тему. Так что все, что вы хотите, все обсуждается. Вот. Но, пожалуйста, у меня к вам убедительная просьба. В конце ремонта не надо просить скидок. Потому что я пытаюсь объяснить, что заработок с такой квартиры, он не настолько большой, чтобы раскидываться там даже 5000. То есть даже 5000 это для нас это большие деньги. Потому что 5000 это стоимость каких-то радиаторов или еще чего-то. То есть мы не можем их себе позволить. Да, мы делаем много квартир, вот за счет этого мы и выживаем. Поэтому наш ценник, он не прям супер дорогой и не прям супер низкий. Нет, у нас средняя цена для Сочи, то есть это можно отследить, зайти на Авито, поговорить с людьми и понять о том, что в принципе у нас все ровненько. Так что, если вы там еще сомневались, то я же говорю, проведите небольшой аудит, и вы поймете, что в принципе цены усредненные. Но по поводу качества, я вам точно могу сказать, что процентов 90 такого качества вам точно не дадут за такие деньги. Это к гадалке даже можно не ходить. Это очень весомый аргумент, который, в принципе, говорю я, пишут наши заказчики, которые разбираются, вот строители в этом деле, они могут подтвердить мои слова вообще без каких-либо «но». Так что, друзья, оставайтесь с нами, пишите комментарии обязательно, ставьте лайки, нам это нужно, потому что все-все мы, по крайней мере, мы понимаем, кому нравится, кому не нравится. Если не нравится, конечно же, ставьте дизлайк, потому что это тоже нужно. Вот, если сколько плюсов и сколько минусов, мы, по крайней мере, можем отслеживать. Ну, комментарии, конечно, это вообще идеальный вариант, потому что в комментарии всегда человек пишет, как он видит, что он видит и на что обращает внимание. Так что, друзья, мы с вами не прощаемся. Всего доброго. Пока-пока.